Жыхар вёскі Чонкі Гомельскага района Віктор Бондаренко і сам заўзяты вандроўнік, а таму да праекта «Дом для ўсіх» далучыўся свядома. На працягу прыкладна полутора месяцаў у яго кватэры можа спыніцца кожны аматар падарожаў. Адпаведная інфармацыя ёсць у інтэрнэце. Магчымасці ўжо скарысталіся жыхары шэрагу расійскіх рэгіёнаў. Зараз абяцаюць прыехаць англічанін, швейцарец і француз. Каждый человек это та особенность, у каждого человека есть свои идеи, и каждому человеку нужно найти даже свой подход, потому что бывают люди путешествуют, они даже закрыты, но они носители информации, и очень такой кладезень очень огромный. Причем обмен этой информацией часто не обмежевывается просто рассказами. Сярод вандроўнікаў шмат сапраўдных профессионалов у своих галинах, а з уліком того, что яны представляют еще и разные культуры, есть добрая магчимость научиться нечему сапраўды корыстному. У рамках проекта можно проводить тренинги и майстер-классы, причем у самых разных сферах, по выучению белорусских танцев и правильному вырощиванию сельскохозяйственных культур. Ці, напрыклад, мастацкім роспісу страусіных яек. Дмітрий Варанцоў з Пецярбурга у «Доме для ўсіх» правёў некалькі дзён. Спецыяльна для журналістаў дэманструе сувеніры, якія раней набыў у наведаных краінах. Нешта цяжкае, кажа, на сабе не павязеш, а таму у рукзаку сім-карта з Чачні, інданезійскія грошы, казахстанскія праязныя талоны і беларускія флікеры. Апошнія яшчэ і карысныя падчас вандровак. У Гомель Дмітрий прыехаў з Абхазіі, далей прыме ўдзел у міжнароднай сустрэчы вандроўнікаў па Доршы, пасля чаго праз Дагестан, Азербайджан і Грузію накіруецца у Армению. Мы, конечно, можем путешествовать как-то по туристическим путевкам, но там общаемся мы, соответственно, с людьми из сервиса, которым за общение с нами платят, да, то есть это другое общение. А тут мы общаемся именно с простыми людьми, с разными людьми. Каждый раз это какой-то новый человек, который может рассказать что-то интересное из своей биографии, из своей судьбы, из истории своего родного края. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель».